Эта выставка посвящена дипломатам-писателям, которые проходили службу в Министерстве иностранных дел Российской империи. Здесь документы, ксерокопии этих документов из архивов МИДа России, они приурочены к нашему профессиональному празднику, который состоялся 10 февраля. Вся эта выставка посвящена этому. И она отражает то, какой вклад наши дипломаты вносили не только на поприще госслужбы, но и в копилку российской культуры. Ну, если говорить о 19 веке, то, конечно, Эстония, Эстляндия, вместе с Лифляндией, будучи неотъемлемой частью Российской империи, дали Государственной службе России много великих людей. Это Горчаков, упомянутый вами, наш канцлер, министр иностранных дел, однокашник Пушкина. Это Барклай де Толли, герой войны 1812 года. Ну, а также ряд военных и государственных деятелей. Поэтому богата была эстлянская земля для Государственной службы России. Эта выставка первая, и мы полагаем, что этот опыт мы будем использовать в дальнейшем. Сейчас эта выставка будет экспонироваться в Центре русской культуры в течение одного месяца. А в следующем году, ко дню дипломата, мы планируем расширить эту выставку, насытить ее, возможно, какими-то новыми материалами и сделать ее, в общем-то, постоянной, действующей, с определенной периодичностью, раз в год, допустим.